Он мой! Сдохни, парень!
Да помогут мне боги. Я иду к тебе, Айя. Увидят, сразу накинутся. Сильнее. Для жалкого существа. Расскажу об этом Эрос, если встретимся. Держи оружие наготове. Άνθρωποι νουν να φορέσουν. Ωραν βούλιμοι τι μηχανάστε ή να εξέλθεις.
Θεόν μέλους οι ουράνοι. Άνθρωποι νουν απολέ. Όι, της μέιζονος αφροσύνης. Αφά, παιδεία. Ιούν χέγονε. Χερίμ, πού καλώς έτσι. Παρασκευάσματα του τα εστί. Άπα, παιδιά, τι ουν γέγονε. Ιδιώτη, ώρα βουλή με τη μηχανή. А больше нет. Египтяне почти не приходят в храм. Где же мои братья и сестры? Так грустно видеть опустевший Серапиум. Лексис ассасин ар. Thank you.
Mm-hmm.
Thank you.
Дин. Оран булими дими ханес. Серапис, змей получит свой ответ. Morias para las que vas más a tu danes. Как же мне найти Аю среди всех этих свитков? В этом ты прав. Вот только краткости ему не хватает. Итак, Серапис. И что? Где Ай? А, Серапис. Я написал о нем пасторальную трагикомедию. А. Ты Байк, да? А я тебя заждалась. Как она? Быстрее, за мной. Прошу прощения, друг мой, но ты пьян. В библиотеке это недопустимо. Она прячется. Кто ты?
любишь поэзию Гомера, так? Прошу сюда. Я брат Аи, Фан. А, да, Фан. Рад встрече с тобой. Расскажи, что с Аи. И почему ты так осторожен? Геннадий отправил людей обыскивать дома. Солдаты вытаскивают людей на улицы и пытают этих несчастных. Теперь наши правители позволяют все! Геннадий? Чудовище! Это Филакит Александрии, и он готов перерыть весь город. Так где Айя? У меня есть могущественный друг, Аполлодор. Ты ведь слышал о нем? Ни разу. Услышишь. В любом случае, это он подготовил убежище для Айи, когда все началось. Что случилось? Ты мне не ответил. Это политические интриги. Потом она тебе все объяснит. Да это Фан. Думает, что великие он поэт. Великие боги хранят наши прямо земли и благословляют нас. Дальше я не пойду. Иди к монументу. Там убежище Аи. Туда! Поверь мне. Я скучала.
Нельзя так долго жить в разлуке. У нас есть только мы. Без схему. Мы будем вместе. Двое. Друг для друга. Есть вести. Следы правосудия. Ей я избил Медунамона. Ужасно, что у нас с тобой такая доля. Но я тебе благодарна. Если честно, это было приятно. Как я скучал. И мне не хватало тебя. Я тоже убила Актеона. Проследила за ним и нашла в его комнате маску. Дождалась его, заставила надеть маску и пронзила клинком его глазницы. Айя. Но я была небрежна. Другой тоже в маске проследил за мной до дома. С ним было еще сложнее. Остался один. Потом все кончится. Взгляни-ка. Забрала у Актеона. Аполлодор сказал, что этот папирус принадлежит совету. А значит, змей при дворе Птолемея. Откуда об этом знает Аполлодор? У него повсюду уши. Он связан с Клеопатрой. С Клеопатрой? Она же преступница. Это все козни ее брата, поверь. Она жаждет вернуть трон. И тоже хочет смерти змея. Она верит мне. И дала мне это. Чтобы убить его. Древнее оружие, которым убили тирана Ксеркса. Клинок правосудия. Хитроумно. Я проникну во дворец, найду владельца печати змея. И воспользуюсь клинком. Кто это? Это путь к пристани. Неужто Фан тащил тебя через шахту?
Эй ты! Замри! Тревога!
Тревога! К оружию, братья! Вижу его! Вот ведь! Откуда это? Не бью его! Дерьмо! Так наш тварь! Что-то есть. Эй! Где помогите! Ты слышишь? Вот ты где! Куски порву!
Раза.